Всем привет, дорогие друзья, с вами Енот, а это клуб настольных игр «Мир в коробке». И с вами снова рубрика «Блатная гуманитарочка». Сегодня у нас волшебный белый ящик, как говорится, без опознавательных знаков, но с очень крутой гуманитарочкой. Это, в этом я, как говорится, полностью уверен. Так, мы вскрываем. Я скажу так, получить этот ящик может не каждый, а если каждый, то только через жертвоприношение. Это не для рядовых украинцев, а только для блатных, только для тех, кому по блату. Но все как в Украине, да, только по блату ты можешь пойти на работу на хорошую, по блату можешь получить гуманитарку, по блату пойти к доктору. То же самое и здесь. И что нас здесь встречает? Сразу же нас встречает. Раз, два, три, четыре, шесть коробок чая, в каждой по 20 пакетиков. Итого 40, 80, 120 пакетиков на 6 коробок чая. Чай здесь, ромашка, белковый чай. Написано белковый чай, судя по всему, это что-то из Беларуси приехало к нам, да? Ну или чай с белками, одно из двух. Дальше мы увидим здесь красивые баночки. Говеждо-сграх яхни. А не, это получается не белорусское, это эти вот страны Приднестровья, да? Здесь у нас говядина с горохом. Ничего себе, посмотрите, тефтели консервированные. Две банки консервированных тефтели. Боже мой, до чего дошел прогресс. Тефтели теперь консервируют. Далее я вижу красивую стопочку, очень красивую стопочку рыбы. 6 банок скумбрия котлеты. Капец, там тефтели, здесь котлеты. Все консервированное. Я не понимаю, как так? Но это прям ни хрена себе гуманитарочка. Того она стоила, что я принес жертву двух коз. Пакет соли здоровенный. Килограммовый, наверное. Даже, да-да, килограммовый. Офигеть. Далее, как всегда, нас встречает мука, да? Натуральный продукт. Клюо. Нету тело. Ну да, судя по... На ощупь это мука килограммовая. Спасибо, что не два. Вот, потому что муки слишком много. Как всегда, сахар. Диамант. Бяло кристально за сахар. Прям какие-то белорусские, но я знаю, что это не белорусские, я уже понял. В Беларуси я был и так. Волшебная красная крышка. Консервированные огурцы. Но в них как-то мало воды, но очень круто. Я прям, нифига себе, гуманитарочка. Таких бы коробок 5. Клю опять это фирма, это подсолнечное масло, литровое, а не 750, что не может не радовать. Далее, две пачки макарон. Ну, не знаю, выглядит это не важно на самом деле, как-то, как будто сделано в Китае, а на самом деле сделано, произведено Кавел Инвест ООД, ГР Хасково, Ул-железнодорожная, номер 5, телефон... Так, ВВВ, Федерацион. Какая-то федерация, непонятно. Неужели российская? Так, далее. У нас идет раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь печенье. Это прям нифига себе. Далее, банка сгущенки, куда без нее. Далее, томаты, причем какие-то они такие, на вид блатные, ну, гвинтарочка же блатная. Далее, банка фасоли, очень красивая картинка, мне нравится, антуражно. Далее, что-то большое, очень-очень большое, печно фино смляна кафа, растет филини гру кофе. Короче, полкило кофе, таким вот здоровенным, шикарным серебряным пакетом. Ну и куда гуманитарка без риса? Если в гуманитарке нету риса, то это не гуманитарка. Вот такая вот блатная гуманитарочка, друзья. Всем спасибо, подписывайтесь на наш канал. Вот, и ждите новых выпусков блатной гуманитарочки.